Смотрите, какая красота, друзья. Лес заснеженный. О, мои следы и больше никого. Супер. Смотрите. У нас наконец-то зима пришла. Сейчас будем забрасывать. Нашли мы лед, друзья. Я сегодня с Матеушем. Сегодня будут рыбы. Всем привет! Очень классная погода. Ночью выпал снег, перед этим морозы стояли целую неделю. Лед уже где-то порядка 10 сантиметров. В общем, рыбалка сегодня состоится. Смотрите, что получится. Уже не терпится забросить. А, можешь смело выходить. 10 сантиметров, напевно. 10 сантиметров. Так и... Ну, направду. Не, чистый лед. Ту навіть под джегом есть мней, ніж там. Так, бо ту є завжди на землі, то трошки гжеє сонце і он топий. А там... А там ведь зловив? Ну, йдемо, не бійся. Навіть вдвох вичимі. Тобто дає ті гарантії. Чи мої охотки? Разі чого? Ну, лед грубий, видиш? Ну, то вичимі навіть двох нас разом. Добре, їде там, робимо дюри. Ой, як класно, друзі, як хорошо, красиво. Як я люблю таку зиму, коли є сніжок, дерев'я засніжені. Так, ну где-то здесь. Делаємо. Так, друзья, достаем наши причандалы. Сегодня у меня мотыль есть. Я купил мотыль. Будет, конечно, без мотылка обязательно у нас. Но с мотылем будет тоже поинтереснее. Так, есть у меня и холотик. Будем смотреть, что там у нас с рыбой. Подходы. Будем информацию получать. Бил я с десяток лунок. Теперь буду... пробовать. Сейчас достал холод. Хочу зряче рыбачить. Одевать мотыль. Достал свою другую удочку. Цепим три мотылечка. Будем пробовать. Три штучки оденем. Посмотрим на реакцию этой рыбы. Он скажет, этот безобразник, который молчал, на безмотылку. Какой-то сопливый у меня кивок, тяжелая мормышка. О, пожалуйста, вот видите. Ха-ха, я спеший. Ну, это, конечно, рыба. Друзья. Огромная. Вот видите, я же говорю, что на дне кто-то ходит. Бежи. А без мотылку ему было не очень брать. Не хотелось. А тут только по дну постучал. Сразу же оттуда. О, есть, тут идет. Давай, клюй. И все. Опять кто-то тыркнул. О, есть. Второй бандит. Ну что ж ты такой мелкий. Какая-то странная. Ну есть же что-то на дне лазит.
на этих самых. О, есть. Опять такой сам. Ха-ха. С палец. Держи. Забавка. О, Фаня. Вот я уж такого же зверя поймал. Ух ты, под ним какой был. Всего мутыля забрал. Ох и мелочь. Вообще неактивный. Ох, опять дып-дып. Не, слушай, это не рыба. О, есть. О! Вот, вот, друзья. Плоть! Около 2 часов мы пытались поймать зачетную рыбу на этом прекрасном живописном водоеме, но все было безуспешно. Самое интересное, что даже в эхолоте я не увидел ни одного подхода более крупной трофейной рыбы. Поэтому нами было принято решение поехать попытать счастье на другом водоеме. Погода начала кардинально меняться. Ясное небо затянули темные снежные тучи, и поднялся ветер. После себя на водоеме мы оставили множество лунок и натоптанные тропинки. Полюбовавшись еще раз красотой этих мест, мы отправились в поисках зачетной трофейной рыбы. Вот, друзья, смотрите, гуси там лежат. Далеко ближе. Уже слышно вам гогот их? Кричат. Это серые точечки. Мы ехали по трассе, то все поле было усеяно гусями. Лежат прям в поле на снегу. Когда я снимал гусей, друзья, я даже не видел, что еще дальше сзади расположилось целое стадо косулей. В Польше их называют сарнами. Ну что, друзья, снова наши поиски рыбы продолжаются. Еще очередной водоем с Матеушем. Матеуш на берегу, я уже на льду. Он собирается с духом выйти на лед. Я уже хочу опускать свои удочки. Смотрите, какая красота опять. Мы первые. Куда ни приедем, на всех водоемах мы первые. Шикарные водоемы. Но почему-то с рыбой пока нам не везет. Ищем, ищем, а рыбы нет. Первый раз на этом водоеме я нахожусь. Летом приезжал, смотрел его, но удочки не забрасывал. Вот сейчас зимой хочу попробовать. Говорят, здесь вся рыба. Что поймаем, неизвестно. Опять будем смотреть. Но погода сегодня шикарная. Ладно, не теряем времени, забрасываем. Достаем наше снаряжение. Хочу сейчас эхолот в первую очередь настроить. Потому что насколько я к нему привык, особенно на новых водоемах, где не знаешь ничего, это очень хорошо информативно помогает. Так, диппер. Приложение. Сейчас я вот поставлю... Телефон уже на подставку, чтобы не ложить его на лед. Так будет намного лучше. Наш мотылек не очень крупный. Заказывал я в интернете, потому что в магазинах мотыля нет.
И там такой мотыль, друзья, когда-то покупал. Это, конечно, хочу вам сказать, продается он с землей в магазинах, мотыль. Я был очень удивлен насчет такого качества мотыля. Да, он вроде крупный, но вот вместо того, чтобы продавать чистый, наоборот, без всяких, а там куча земли. И он цветом такой черного, этот мотыль, как земля. Так, ладно, 3 метра. Где мы опускаем дальше? Где здесь рыба, неизвестно. О, дно. Первое опускание на неизвестном водоеме. Всегда очень интригующе. О, так слушай, рыба есть. Сразу поднимается. О, поклевка есть! Вот мачо и заботится, я злопал. И одразу рыба. Ну я мам кивок разве чего? Ну, хочешь, я дам. Ну, иди, я дам. Ну, заботься, какая файна плоть. Ну, но. Клюет. Вот это вот махает руками. Окунь жизни не дает. Интересен, конечно, этот водоем, потому что первый раз на нем. Ну, плотва, конечно, первая клюнула. Зачетная. Но почему-то единичная. Может, стоит было прикормить. Тогда было бы какой-то результат. Ну, ищем, ищем. О! Знов рыба. Ну, треба веньшего. Ага. Ну, маш клей, не? То мы можем его склеить. То бенде такий длугий. А ты самый. Ну, може. Ну, добра. Друзья, я вижу тут рыбу. Что-то ходит на дне. Какое-то было движение по эхолоту. Ну, это обнадеживает. Не знаю, клюнет ли она или не клюнет. Ну, давай. Давай. Что-то за рыба, неизвестно. О, идет, идет, идет. Поднимается. Клевки нет. О, клевка была. Походу окунек. Потому что такая дюбанье было. Походу мелкий окунек. И дымнуло, и не мат больше. Идет. Шесть мелкая, мелкая, совсем мелкая. На эхолоте. О, шесть пошло вверх. О, есть. Шесть клюнуло. Окунек. Такой, как у Матео уже, палечный. Там еще есть один такой же самый. Ну, давай. Покажи, будешь ты на весь мотылку ловиться, чем не будешь. Бывает так, что на весь мотылку лучше ловится, чем на мотыль. Ух, кто-то сразу поднимается. Есть, видите? Я же говорил, что на безмотылку даже лучше охотнее берет, чем на мотор. Смотрите, ну окунек, конечно, мелкий, но зато сразу поклевка.
О, кто-то плавает еще. Опять есть. Опять. Ну, один в один. Палечный. Окунь. Пока не радует размер окуня. Первая плотва только была хорошая. Ох, опять клюет. Есть. Забавка. Один в один все, видите? О, есть. О, что-то неплохое. О, плоть. Плотва. Да. Жадно взяла. Ах, блин, есть что-то. О, плотва. Взяла так нежно-нежно. Нашел, друзья, место такое. Нашел лунку. Тут самое глубокое. И тут, походу, плотвы собралось очень много. Я вот отпускаю, и она сразу хватает. Она сразу клюет. Ну, что-то такое ощущение. О, есть. Есть. О, видите? Мам, рыбы! Ну что, давай, крупная надо. Рыбы дофига тут. Вот в этом месте он берет опять. Ну, вся мелкая почему-то. Нашел я, где стоит плотва. О, опять дымает. О, есть. Вот такая вот плотвичка, невылычка. Ну, там видно такая жирная, пожирнее была. Если тут прикормку насыпать и сесть на поплавок, не знаю, что будет. У меня есть поплавок. Сейчас попробуем поставить поплавочную. Так, друзья. В общем, вот такая вот будет у меня игрушка. С мотыльком и поплавочек. Сейчас быстренько опустим, посмотрим. Наверное, будет та же самая фигня. Будет мелочь клевать. Я так думаю. Потому что очень много мелкой плотвы в этом месте. Ну, хочу поставить поплавок со дна. Посмотреть, как оно будет. Эта рыба себя вести. О, все, стоит на дне. О, пожалуйста, уже выкладывает. Уже клюет. Смотрите. Есть! Ну, со дна лучше, кстати. О, пожалуйста. Поднимает классно. Ладно, пока поскладываем тут. Посмотрим. Ну, без прикормки, без ничего. Благодаря эхолоту нашел лунку, лазили кругом, я облазил уже. Ну, тут самое глубже. Ну, пока рыба не радует. Ну хотя так по эхолоту смотрю, есть и покрупнее. Это такая вот мелочь. Ну давай. Выкладывай, давай. Мелочь. Играется. О, есть. Я думаю, это покрупнее. Да, показалось, блин, покрупнее. Давай, выкладывай. О, есть опять. Мелкочь. Капец. Ёшкин ты кот. Так, бежи, не позорь. Мы для вас еще поклевочку. На зимнюю. Ух ты, есть! О! Тут что-то вроде ничего, что-то кажется. Ну, по сравнению с той, то это, блин, крупнее. Эй, рыба! Ладно, так, пойду поищу
еще чего-нибудь путевого. То, что оно тут есть, это понятно. То, что оно клюет. Развлекаюсь. Если бы, конечно, такая плотва хорошая, раз бы выложила, было бы намного приятнее. А так мелочь. Может, найдем свою плотву. О, опять выложил. Ай, там уже голый крючок. Так, пойду похожу, поищу еще рыбу. Может, на балансир. Попробую. Ладно, все, там все равно уже ничего нет. Иди. Опс, уплыла. Так, друзья, нашел я тут окуня. Теперь попробую на балансир. Ну, окунь тут, конечно, брал на мормышку маленький. Посмотрим, может, удастся на балансир уговорить побольше. Такой вот у меня синенький балансирчик. Ну, посмотрим. Хо-хо! Удар! Мачей! Окунь! Ну, это уже нормальный. Гляньте. О-о-о. А я такой только сказал, что-то подбивает. Ну, это уже хоть на окуня похоже. Ну, небольшой, конечно, но тем не менее. О, слушайте, кого-то заинтересовал. Пожирнее. Ух, хорошая линия. Он не хочет брать. Нет, друзья, ничего. Результата нет. Рыба есть в эхолоте, а соблазнить у меня ее ничем не получается. Рыба присутствует, брать отказывается. Рыба отказывается клевать. Ну что, ребятки, вот такая получилась у нас рыбалка. Разведали мы новое озеро. Для нас Матеуш уже где-то собрался. Пошел по берегу, ходит, смотрит там. В общем, вы все видели сами. Рыбу мы видели, в эхолоте рыба была тоже. Немножко поймали, с утра была активность получше, конечно. Разведка у нас удалась, друзья. Результатом я, в принципе, доволен. Рыбы, конечно, хорошие, мы ничего не поймали. Но зато хорошо отдохнули, провели выходной день. Сейчас соберемся, поедем. Может, по пути еще заедем в один водоемчик, там посмотрим, есть ли лед. Если там что-то будет интересное, я включусь. Друзья, посмотрите, какая плотва. Мы там просидели, смотрите, какая плотва. Обалденная. Классно, 4 штуки. У меня уже 15. Сейчас попробую вам снять. Только подходит. Лучше появляется такая поклевка, такой кивок подняло, и иди сюда. Ну, плотва реально нарядная. Такая зачетная.
поклевка была непонятно, что циклюнуло мне. О, есть! Есть поклевка. Ну, это маленькая. О, ну и бежала. Ну и хорошо. Что-то. О, есть! Ух ты! Плотва! Вау, друзья! Нифига себе! Вот это плотва! Смотрите! Я в шоке! Вот это да! Просто в шоке. Друзья, смотрите, какая плотва. Вот это да. Мы целый день сидели. Знаете, какая плотва. А мы там целый день высиживали мелочь какую-то. Вот так вот рыбалка. За полчаса можно сделать рыбалку. Оп, опять есть. Ух ты, ё-моё. Тоже классная. Смотрите, о, иди сюда. Я просто в шоке. Друзья, я никуда не поеду. О, поклевка. Это небольшая. Это окунек вообще. Нет, окунек нам не нужен. Ладно, ты пока полежи. Большая, но тем не менее. Стой. Все равно зачетная плотва по сравнению с той, что там. Вот. Я вам покажу, какая плотва. Смотрите, какая плотва, а? Супер. Вот это рыбалка. 15 минут сделана рыбалка. Мы там сидели. Смотрите, какие плотвины. Вау. Класс. Огонь. Что, ребятки, вы все видели сами. Плотва такая, грамм по 150-200. Приехали в разведку посмотреть, что здесь, и вот наловили. Ну что, я буду заканчивать рыбалку, потому что уже темнеет. Тем, кому понравилась моя рыбалка, поддержите лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Ну и, конечно же, до встречи в новых видео на рыбалке. Всем пока-пока.